Макс Ньюс. Утро на Болткоме. Да, доброе утро, уважаемые радиослушатели. Начинаем работу в прямом эфире. Мэр Ада Жемали Спринджукс у нас сегодня в студии. Доброе утро. Доброе утро. Да. Новая Рижская дума приступила к работе, и состоялась интересная встреча между Рижской думой и представителями вот при Риже и Рижского региона. Я знаю, что вы тоже участвовали в этой встрече, и беседа продолжалась, ну, вот такой разговор, я так понимаю, и еще была работа в рабочих группах, продолжалась 4 часа в общей сложности, много интересных идей было высказано. Как вы видите вот это вот сотрудничество Риги и вот при Риже, потому что, ну, мы знаем, что много жителей, которые живут за пределами Риги, работают в Риге, то есть ясно, что они утром едут в столицу и потом обратно возвращаются домой. Как вы все это видите? Просто я вижу так, что, ну, если я смотрю обратно, произошла большая ошибка, потому что, ну, как наш административный раздел муниципалитета, да, административных территорий был каков? Рига – это Рига, и пригород Риги – это пригород. Там Марупе, да, Адаже и Гаркан. Они сами по себе как бы, да. Да, и, конечно, получается, что мы живем как будто в замкнутых пространствах, в бочках, как я говорю, и мы не очень-то друг с другом говорим, и как будто не видим то, что в реально физической жизни никаких рубежей не существует. Нету заборов, нет, улица начинается, кончается, также идет водопровод или лес начался туда и закончился в другом месте. И просто мы должны как будто понять, что есть неудобства людям, и мы уже не говорим, это люди Риги или люди пригорода, в том, что эти системы не соединены, или там есть административные какие-то барьеры, и есть неудобства. И, ну, самое очевидное – это просто въезд в Ригу. И, первое неудобство, да. Да, это первое, это то, что очень очевидно. Раньше в Риге было больше населения, в Риге были пробки, теперь уже пробки в Риге уже как-то забываются, но все пробки перемещаются на пригород. Тековская дорога, Сталинское шоссе, и вообще вся объездная круговая дорога вокруг Риги, в принципе, становится пробкой какие-то часа и моменты. Плюс то, что мы видим очень ярко разницу, когда начинаются каникулы у школьников и когда они заканчиваются. Ритм Риги очень меняется, или въезд в Ригу, или выезд из Риги. И я думаю, здесь как раз то, что, ну, и причина тому, что мы должны искать пути, как решать эти проблемы. И чтобы решать эти проблемы, мы не можем их решать в старой системе, что Рига решает проблемы только до рубежа Риги и территории пригорода за рубежом Риги. Здесь должны быть новый подход, искать новый вид даже финансирования этих решений. И я думаю, об этом и состоялся наш разговор. И это не только как будто дороги и общественный транспорт, там эти сферы сотрудничества больше. И чтобы это все началось, мы должны создать диалог, политический диалог, потому что административные системы, они, конечно, более, ну, как сказать, консервативные, да, они работают в том модяте, который или в законе, или в каких-то соответствующих нотейками. Да, обязательные правила, да. Да, правила своего муниципалитета, но чтобы работать мне этого формата, должен быть ясный политический какое-то задание. И пока такого не было. Вот интересные тоже процессы происходят. Мы знаем, что как раз очень много, ну, немного, но, по крайней мере, довольно значительное число рижан, наоборот, переселяется как раз из Риги. Они хотят вот жить в Пририжье. Понятно, что воздух чище, там можно и
подумать и о каком-то частном своем доме. И поэтому я думаю, что здесь все заинтересованы. Наверное, и Рижская дума тоже заинтересована, чтобы каким-то образом вот эту проблему транспорта, инфраструктуры, это то, что лежит на поверхности, все-таки решать. Ну да, я думаю, мы не можем смотреть на эту проблему просто так, что вот Рига и пригород – это конкуренты. Угу. Если человек живет в Риге, тогда это хорошо. Если он уезжает, надо как-то противостоять. Ну, люди, мы живем в таком мире, люди сами выбирают, и они, может, частично живут там и там, сезон, не знаю, летом за Ригой, зимой в Риге. Это мы оставляем за человеком, как ему удобнее жить и организировать свою жизнь. И мы сами видим, вот времена очень сложные, COVID не за хорошей жизни люди меняют свои традиции, да, и они вынуждены приспосабливаться, плюс разные периоды жизни. Дети идут в школу, дети заканчивают школу, все, и жизнь как жизнь. И мы должны тоже приспособиться к этому феномену, что мобильность меняется, она совсем по-другому, как было раньше. И мы должны создавать уже вот этот метрополитен территории развития по-другому. И как-то способствовать тому, что люди будут передвигаться ежедневно или еженедельно, или ежесезонно, жить там и там. И то, что мы видим в пригороде, вот территории вокруг Рижского залива, ну, они... Там многократно увеличивается население летом, и зимой люди приезжают обратно. И те, которые были летние дома, уже становятся зимними домами. Я думаю, это только начало этой тенденции, этого тренда, она увеличится. Так что то, что мы видим на въездных дорогах на город, ситуация только ухудшится. Так что мы должны, это не только Рига и пригород работать, Риги, но и государственные дороги, Латвии с Валсцели, там и без государственного участия никак эти вопросы не решать. Так что мы говорим, в принципе, о создании платформы, где все стороны работают на единую проблему, и мы идем на какие-то решения, где наверняка надо будет, финансирование может быть комбинированное, Да. Это более сложный механизм, может быть, даже законодательство такие механизмы не предназначивает. Да. Но это задача нас, политиков, думать, как это создать, потому что теперь чисто практически Рига не может финансировать Царникове, и Латвия с целью не может финансировать муниципальные дороги. Есть старые системы, которые не позволяют нам эти проблемы как будто практически решать. Но мы можем создавать новые философии, скажем, инвестиции регионального значения, несмотря где они попадают. Если выгода всем, тогда мы должны как-то финансировать с другого кошелька или софинансировать с наших кошельков. Так что я думаю, это вектор, на которые мы теперь смотрим, где надо работать, и мне показалось, что Рига тоже достигла степени, что они уже готовы работать по-другому. Вы здесь абсолютно правы, потому что я думаю, может быть, рижане больше обращают внимание, ведь мы видим, что сейчас отремонтировали дорогу по Юрмальскому шоссе, да, и вот тоже интересно, что все идет до границы Риги. Да, и понятно, что Латвия с Валсцели объясняют, мы же не можем муниципалитет вкладывать. И получается такая абсурдная ситуация, что один кусок Юрмальской трассы отремонтирован, он уже фактически европейского уровня, и здесь осталось то, что 30 лет никто не ремонтировал. Да? Так что вы, наверное, правы, что нужно как-то более гибкую такую систему делать. Еще одна тема, насколько я знаю, обсуждалась вот на встрече с новым руководством Риги, об этом говорил потом журналистам господин Кирсис, вице-мэр, он обращал внимание на то, что вот надо придумать какие-то вот варианты, парк-энд-райд, чтобы меньше машин личных въезжало в Ригу.
То есть, да. Имеется в виду, не знаю, наверное, это А даже тоже относится, что человек там доезжает до какой-то границы, где-то останавливает машину, даже едет на общественный транспорт. Не знаю, насколько это вообще реализуемо, потому что, ну, зачастую человек использует машину не только, что ему самому комфортнее, да, а детей развести, там, кто-то в школу, вот этого интереша изглед, да, и так далее. Вот. И как это можно так искусственно сделать, не знаю. Ну да, это очень... Важное такое направление, о чем думать, потому что, ну, в принципе, если просто говорить, если все едут машинами, потому что машины теперь уже довольно дешевыми, сравнивая, как это было лет 30 назад, каждый студент может купить что-то по карману, да. Но мы создаем, мы, в принципе, небольшой город, там 600 тысяч, но мы создаем, ну, как будто пробки или улицы имеют плохую это, проходимость, да, и нет где парковать, мы просто сами снижаем качество жизни, если мы все действуем очень эгоистично. Я еду только и одновременно своей машиной. Вот утром туда, потом вечером обратно. Ритм жизни тоже, с утра все спешат на школу или работу, и 5 часов обратно, и тоже цикл понедельник, пятница. Все это как будто мы сами себе вредим. И ну, опыт Европы, что как-то надо менять это мышление, наверное, мышление, да? И как-то перейти обратно на общественный транспорт. Да? И чтобы это случилось, не хватает просто там создать правильную цену или общий билет, или просто купить новый, не знаю, трамвай. Это комплексная система, чтобы создавать мотивации людей пересесть на другой вид транспорта. И причем неважно, это трамвай или поезд, или автобус, но важно, чтобы он, в принципе, ушел от частной машины. И здесь важно, что вот эти разные виды общественного транспорта уже не конкурентны, как они сегодня. Поезд конкурирует в территории Риги с рижским общественным транспортом, с ригсатайским. Но создавать, что они как будто партнеры, хотя владельцы другие, да. Как создать систему, чтобы люди перешли на общественный транспорт и переходили с одного вида транспорта на другой, и, может быть, где-то оставили машину, поездом заехали в Ригу, вышли с такой станции, перешли на троллейбус, доехали дальше, не знаю, в конце концов, арендовал скутер и доехал до своего офиса где-то в углу, да. И это правильная система. И получается, мы должны думать, чтобы общие эти затраты вот этого journey, этой поездки, этого комплексной поездки не было слишком высокими. И это опять, мы можем создать эту систему, но мы должны иметь один фокус, как сделать систему удобнее клиенту. И если мы этот фокус держим, система удастся. И наоборот, если мы просто эгоистично смотрим, как мы компании более выгодно, и тогда мы, наверное, не создаем эту систему. И здесь большой потенциал, и я бы даже не замечал, что вот это Рижане – это рижский транспорт, там будет Рига с карты, вот не Рижане, там будет, не знаю, Перейг с карты, Перейзные карты. Наоборот, это вот этот общий рынок, скажем, 1 миллион людей, как создать, чтобы они меняли свои мотивации, перешли на другой вид транспорта. Чем умнее мы создаем систему, чем все эти виды транспорта получают клиента. Угу. И да, это вызов, как это создавать. Надо и делать какие-то домашние работы, потому что надо улучшать качество, скажем, вот начиная с перрона поезда или где оставить машину у станции перрона в пригороде или где-то создавать площади автостоянок в Огре, в Салспилсе, в Адаже, чтобы люди даже не доезжали до Риги, просто вставляли машину в Адажах, перешли на автобус и дальше уже поехали в Ригу. И там был вот этот общий билет какой-то. И ну, видимо, тогда придется и количество автобусов увеличивать, да, потому что... Ну,
Если мы считаем с экономической модели, это было бы и дешевле, потому что мы меньше тратили на энергию, улицы были бы более пустыми, плюс перемещаться было бы быстрее. Так что если мы сотрудничествуем, мы все выигрыши. И наоборот, если мы эгоистично, каждый думает о себе, мы все проигрыши. И вот здесь философия и модель. И я думаю, ну, здесь должен быть лидерство. И я не вижу, что вот такую систему можно создавать садажи. Это только можно с центра, с Риги, или даже больше Рига и Министерство просвещения должна работать как одна команда и способствовать друг другу. Да? И, конечно, это... Смотря в прошлое, это что-то неодумаем. Да, это что-то невообразимое. Такое невозможно. Но извините, это возможно. Посмотрите, Стокгольм, Гетеборг и все эти модели, как не взаимодействуют, конечно. Да. Там город и пригород – это одна система. Одна агломерация, да. Вот еще такое хотел в связи с этим вопросом задать. Вы упомянули, что, возможно, надо думать о каком-то смешанном финансировании государства, самоуправления, чтобы создавать вот эту вот систему, даже вот строительство дорог. Но мы знаем, что сейчас будет возможность получения средств из этого фонда стабилизации экономики в связи с пандемией. Об этом говорило новое руководство Рижской думы, что нужны проекты. Даже они говорили, что чуть ли не до конца октября. Что касается Адажи или вот это вот при Рижье, есть хоть какие-то данные, какие вы средства можете получить из этого вот европейского фонда? Если честно, мы не готовились к этой ситуации, нам нету каких-то проектов, технических проектов, мы таких подарков не ожидали, мы тоже жили в старой системе, думали про адажские проблемы, и нам там есть какие-то уже заработки на детские садики, на какие-то улицы, дороги, но это, конечно, не совсем коррелирует с целями этой новой программы решения проблем COVID. Да? Но то, что я вижу, скажем, вот мы быстро осознали ситуацию. Кстати, я это понял, мне пришли люди из Jaunciem attīstības biedrības, молодая женщина, и она говорит: мы устали от этого коммерческого транспорта, который езжает в Рижский порт через Jaunciems. Там тысячи машин в день проезжает, и наши жилые дома трескаются, и мы не можем жить. Это такое, мы устали. Надо что-то другое, должны создавать новую трассу для тяжелого транспорта. И я с своей стороны знаю ситуации. Адажский, вот этот промежуток, Таллинское шоссе тоже, он уже стал улицей, там уже на 90 вообще-то невозможно ехать, там 75-50 летом вообще-то, не знаю, 10 км в час, все стоят в пробке. Очень много аварий, очень много плохих аварий с трупами. И что-то надо сильно менять или расширять дорогу, что очень дорого, или создавать новый экзит и выезд в сторону Ригу где-то пораньше, не проезжая Адажи и Балтазерс. И вот мы поняли, что где-то между Царниковой и Адаж должна быть, трасса в Ригу. Уже мы эту идею начали говорить с мэром предыдущим Буровым, который тоже житель Гарциемса, и он знал эту ситуацию. Я сказал, почему бы нету Гарцемскую дорогу, которая 6-7 километров просто песчаная дорога. Не сделать ее, чтобы можно было ехать в Ригу. Не сделать с асфальтовой дорогой, с способностью, чтобы там могли проехать и вот эти легковые машины. Это как будто другой вход в Ригу со стороны севера. И может быть и тяжелый транспорт, может сраму между Адажей, Царниковой и не проезжая Jaunciems и Берги, просто ехать в Ригу со стороны Таллина. Да. И это совсем другой вид решения проблемы. Кстати, он решает CO2, эту проблему. Это тоже сокращается путь на 25 километров. Но опять, а как это сделать? Там, не знаю, 15% дороги в Адажах,
где-то 75% дороги или 85% в Царникове. Там в Риге ни одного метра нет. Выгода Риги, Рига до международное шоссе, но мы не можем даже Царникова там профинансировать 7 миллионов. Мы слишком маленькие. Плюс выгода не наша только, а общая. Как будто то есть здесь нужна кооперация такая, да? Да, и вот мы просто тоже выдвинули это как идею проекта. Если быстро работать, можно за полгода больше, можно сделать технический проект, еще успеть. Как профинансировать, если там есть тоже какое-то участие или грант, какой-то часть этих денег, тогда это все упрощает дело. А просто создавать систему, что Рига может финансировать в Адажах или Царников, или гос Латвии с Валсцели будет финансировать муниципальные дороги, это, наверное, нам не удастся так быстро создать. Вот здесь виден потенциал, но мы должны думать по-новому. И если мы сотрудничаем, даже Царника дают трассу, не знаю, финансы государственные, если там есть COVID-деньги, и смотрим, как это можно сделать. И если все как будто видят выгоду, почему бы нет? Мы можем решать эту проблему. Но мы должны научиться думать по-новому, да. И я думаю, вот эта новая система как будто дает нам шансы перестраиваться и выйти из зоны комфорта, старой зоны, как мы привыкли действовать, и искать новые пути. И наши все люди будут в выигрыше, да, и Адажи выигрывает, даже если там будет проехать чужие люди, которые не жители Адажи, но просто если меньше машин на Сталинское шоссе, мы уже имеем больше как будто воздуха и безопасности на дороге. Как вообще, если у вас видение, как выживает там вот малый и средний бизнес, даже сейчас вот пандемийное время, потому что, с одной стороны, вроде бы и кризис, с другой стороны, людям некуда уезжать, и многие, я знаю, там по своим знакомым начинают путешествовать, если так можно сказать, по Латвии, заезжают вот в небольшие городки, естественно, за Ригой. Вот что-то вообще меняется, вот как вы бы это охарактеризовали? Ну, я думаю, что да. Эта ковидская ситуация нам показала, что очень большой потенциал имеет местный туризм. Потому что не так уж плохо путешествовать по Латвии или по Балтике, и есть чего увидеть, и это вообще по ценам не так уж дорого. И мы уже что-то достигли за эти десятки лет и создали какой-то уровень сервиса. Не надо, и можем конкурировать с услугами, которые мы привыкли увидеть в Европе или в курортах. Да. Конечно, мы не можем создать теплую погоду или пальмы, или пляжи, но мы можем дать что-то другое. И не всегда мы только нуждаемся в этих пальмах. Так что, я думаю, это тоже показал потенциал Рига, пригород Риги. Это самые близкие территории, где люди могут хорошо провести время, но вся с моря или леса пригородские. Там большой потенциал, и мы не очень так даже подготовились к этому, да, потому что, чтобы ходить по лесам, надо где-то оставить опять машину. Стоянок нету. Все дороги закрыты шлагбаумами. Доступ к морю. Вот эти самые, даже на сторону Царникова, Саукреста, да, или в другой. Повсюду знаки. Получается, никто тебя не ждет. Нет. Там нету места, никто об этом не подумал, да, и ты как вор, как ищешь, где оставить машину, чтобы никого не обидеть, да, и ты уже изначально вот этот journey, свою поездку имеешь какой-то негативной окраской, потому что ты чувствуешь, что тебя не ждут вообще, ты не ты нужен. Ничего плохого не хочешь делать, но тебя никто не ждет. И оказывается, где проблема. Вокруг Риги только леса городские, которые тоже принадлежат Риге, или государственные. Частных лес почти нету. Очень мало частных лес вокруг Риги. И почему все дороги закрыты? Потому что вопрос мусора. Кто будет вывести мусор из лесов, и, конечно, огнеопасности. Опять эти проблемы же можно решать. Мы, местные муниципалитеты, ближе, мы можем, нам это дешевле,
Но мы должны опять иметь какую-то договоренность с владельцем леса, как, где это все будет может пусть создавать какую-то услугу, если там близко озеро или море, или дать какую-то территорию частному предпринимателю, может он трансформирует, там, не знаю, 300 квадратных метров, просто кладет щебенку, благоустраивает, но он отвечает за мусор, за безопасность, какую-то огнеопасность, ну, какие-то общие важные вопросы. Но зато тогда туристы могут подъехать, оставить машину, в том числе и местные, да, погулять. И получается, что мы создаем и маленький бизнес, там есть рабочее место, конечно, это сезонный, это небольшой бизнес. Понятно, но тем не менее, да. Но мы создаем услугу для людей, и лес, или вот эти водоемкости становятся доступными, и все выигрыши. Я думаю, здесь очень большой потенциал, вот эта рекреационная политика вокруг Риги, вокруг Рижского залива, и здесь не готовы все, ни владельцы лесов, ни сами муниципалитеты, но если бы мы создали хорошее такое сотрудничество и дали вектор маленькому бизнесу, приходите с идеями, вы можете арендовать эту землю на такие условия. Я думаю, это быстро бы дал эффект. И мы стали еще интереснее самим жителям Риги или пригород Риги, или даже туристам из других стран, потому что нам есть чего показать. Такие леса и вот реки, и озера, и море, это вообще-то не повсюду встретишь в Европе. Вот мы знаем, что состоялось, еще отдельные законодательные акты предстоит принять, административно-территориальная реформа, она, может быть, меньше затронула, в меньшей степени вот это вот Пририжье. Как вы сами ее оцениваете, что это поменяет вообще, с учетом того, что уже в следующем году в июне выборы муниципальные? Пририжье, у нас, грубо сказали, соединили 2-3 муниципалитета, которые были рядом, но если мы сравним с регионом, там более логично. Там был центр, вот этот районный центр, и вот эти территории соединились с этим центром. Конечно, там большие города сделали свой этот лобби, чтобы не соединить, чтобы сохранить еще там 4 года или 6 лет, получается, какой-то, давайте вы вот село сами там собирайтесь и решайте свои проблемы школы и местного транспорта, что закрыть, что открыть. А мы там будем решать проблемы города, и потом уже через эти, 4 лета будем думать, как дальше, да. Можно и так, и так. Но в пригороде как-то получилось дурно. Если соединяешь Баби и Теймару, а где центр? Ихний центр, в принципе, Рига. Получается, что мы создали с Тускиной территории, и они никак не соединены, и нет традиции ездить друг к другу. Это просто искусственная территория, политические идеи, политические решения. А люди будут жить по-старому, и они не будут делать тропинку на другой муниципалитет. Это искусственная ситуация, и я думаю, реформа в пригороде Риги не была очень качественной. Или вообще не надо было трогать, или надо было вообще думать как раз вот о том, чем начали. Как создать условия, чтобы мы сотрудничали, чтобы кошельки складывали вместе и решали эти проблемы. Не просто вот взять, поделить на бумаге и сказать, вот вы теперь такие, да? Коммунальные проблемы все равно будут решаться там, где водопровод, канализация, улица, освещение, да? Какая разница там? Как вы нарисовали это все? Да. Но надо было искать решение там, где нет сотрудничества. И как раз, по-моему, мы не очень-то даже это создали. И вот этот тот механизм, который мы хотим создать, давай будем с Ригой сотрудничество, он, кстати, не истекает из реформы. Это просто наш вот здравый смысл. Но реформа к этому никак не способствует. Да? Это мы сами придумали, без ресурсов, просто идем как с голой идеей. Так что я думаю, здесь можно было сделать по-другому. Но
Как есть, так есть. Надо работать и просто самим решать свои проблемы. Если мы говорим об Адаже, я так понимаю, что, в принципе, вся инфраструктура создана, да? Вот, то есть, школа своя, даже я знаю, что вот такая больница с дневным стационаром. Да. Ну, Адаже развивается быстро, я думаю, это, ну... Перспективный район, да? Мы совсем не Марупе по развитию, Марупе, да. Не знаю... Быстрее развивается, она ближе к Риге и ближе к инфраструктуре. Но Адаже как город, ну, имеет свои преимущества. Да? Мы имеем свой центр, мы имеем какую-то отдаленность от Риги, там есть какое-то равновесие между городом и селом. И люди любят это, вот, эту атмосферу, что это как будто и город, и село. Я думаю, это наш магнит. Плюс нам очень хорошие традиции развития образования, сильная система образования, школы, детские садики, разные виды спорта и возможности заниматься искусством. Это магнит. Плюс, конечно, развитие бизнеса. Там очень много инвестиций в частном секторе, близко шоссе А1. Тоже натовский этот полигон дает, да, какой-то рычаг услугам, пиццерии, парикмахерские. То маленькие... Что-то там происходит тоже, да? Конечно, там более там тысяч, пара тысяч людей с доходами, которые... Стабильными, да. Да, что-то тратят деньги и нуждаются тоже услугами, да. Это все, конечно, помогает местной экономике, и мы как будто кризиса не чувствуем во время ковида. Но тоже для нас есть какие-то объективные рубежи развития. Это сам очень быстрое развитие создал ситуацию, что там уже не хватает мощностей очистных дорожных водок. Да? И мы уже должны думать новую систему, как финансировать. Мы поняли, что вот прихоженцы должны платить как Песлагума максимум. Да, за подключение. Да, и это уже что-то вообще в Латвии уникальное. Но, видимо, без этого не обойтись теперь же, да? Ну да, потому что мы уже все свои ресурсы как будто съели и достигли нового уровня, что надо создавать новые, не знаю, капацитеты очистных, надо строить новые детские садики и как даже финансировать, так. Да, так что я думаю, жизнь пригороде Риги будет более дорогим, если не будет изменений в государственной политике, потому что теперь очень сильно идет уравнивание, мы отдаем хорошие 10% от дохода в среднем регионам, а нам надо строить школы, детские садики, это большие-большие деньги, и... И ну да, то есть надо что-то, наверное, реформировать и фонд выравнивания, потому что мы знаем, что всего 13 самоуправлений содержат все остальные. Ну, до реформы так было. Да. И вот я так понимаю, Адаже, наверное, в том числе, да? Мы, да, мы очень большой донор, и мы платим больше в фонд выравнивания, чем мы финансируем все свои школы, детские садики как раз кредит. Это несправедливо. Это не совсем правильно, да? Или мы можем платить фонд выравнивания, но тогда должны быть государственные программы, где часть инвестиций финансируется от государства, да, скажем, школы или спорткомплексы, или какие-то часть дорог, но такого пока нету, все идет на наш карман, и это развитие уже очень дорогое. Успеем принять, одевайте, пожалуйста, наушники, успеем принять и звонки наших радиослушателей. Доброе утро, слушаем вас, пожалуйста. Доброе утро. Вы знаете, я смотрел с вами передачу, вы выступали на Рига-24, и я, честно, откровенно говоря, пропитался таким уважением к вам. Вы один из немногих, кто первый сказал свое «но» вот этим вот 10 дополнительным там процентом, сколько вам нужно будет теперь отчислять госказном. За это вам спасибо, что появили такую политическую смелость. А у меня вот конкретный вопрос. Скажите, пожалуйста, в чем ведении находится полигон? Я понимаю, так это, наверное, Министерство обороны. А вот они вам прямые какие-то платежи делают за это? Вообще что-то Адаже получает напрямую от Министерства обороны? Спасибо. Спасибо большое. Вот что-то самоуправление. Нет, ну, да. По закону, если это территория для безопасности
ну, айсадзибс территории, то да. они не платят налог на недвижимость. Это уже с 2008 года. И тоже, как будто, что касается подоходного налога, если ну, солдаты, латвийские солдаты живут в Адажах, в наших квартирах, тогда как будто мы выгодим, мы получаем доходы. Но если они живут в территории, в казармах, они там не прописаны, тогда мы ну, подоходного налога не получаем, потому что они идут в те муниципалитеты, где они прописаны, скажем, Олайны или Добелы или Резекны, откуда солдат приехал, там идет доходы. Такая наша система. Так что, конечно, это не совсем правильно с нашей точки зрения, потому что они тоже нуждаются дорогами, школами, детскими садиками. И как-то должны способствовать финансированию. Конечно, кто-то купил пиццу, кто-то пошел к парикмахеру, но это довольно длинная цепочка, как, ну, там тоже есть кто-то платит за это заработок, и есть доходы, но это длинная цепочка налогов. Так что я думаю, здесь структуральная проблема, или надо что-то меняться в формуле закона, что там, где люди работают, там они частично получают доход, там идет и часть подоходного дохода, или мы должны опять думать больше, как строить жилье, потому что люди хотят жить в Адажах, но не хватает жилья, или жилье довольно дорогое. Все, что новое, там стоит тысяч, не знаю, 200-400 евро за квадрат. И, конечно, такому маленькому, ну, скажем, не все могут купить, не все могут арендовать. И цены в Адажах на аренду даже больше, чем в Риге, потому что нету чего арендовать. То есть мало вообще предложений, да? Мало предложений, нам нету старого фонда, как в Риге, там, не знаю, Москачка, ты можешь выбрать дешевле, дороже. В Риге есть выбор, а у нас выбора нету. Все скуплено, все арендовано, и просто надо больше строить. И теперь тоже как будто... Такой-то интересный момент, что уже развитие 2 года, но банки очень слабо финансируют девелоперов, и люди тоже ну, во время ковида побаивались брать кредиты. Да, ипотеку, да. Ну, такое, все такое очень неясное, да, и люди строят и покупают только когда они чувствуют себя очень комфортабельно и уверенно, да, и, но времена как будто... не совсем такие. Так что здесь структуральная проблема, и мы тоже хотим как-то изменять эту ситуацию. Ну, конечно, министерство помогает с дорогами, тоже они финансируют часть очистных сооружений, так что мы имеем хорошее сотрудничество, и они уже там 15 лет назад построили детский садик, который мы обслуживаем. Так что есть позитивные моменты сотрудничества. Но чисто система, ну, как система, я вижу, там еще надо ну, работать. Угу. Ну, может быть, такой вопрос еще фактически уже последний. Я хотел задать вот то, что возвращает к тому, о чем мы говорили с самого начала, об этом видении такого вот, ну, кооперации, если так можно сказать, во взаимодействии Рига, Пририжье, транспортная система. Сколько времени, вот, на ваш взгляд, все-таки у вас довольно большой опыт работы вообще в самоуправлениях? Вы были депутатом Сейма, напомню, нашим радиослушателям, так что есть такой взгляд пошире на эту всю проблематику. Сколько времени понадобится, чтобы такое, ну, не знаю, такой механизм наладить? И чтобы удобно было заезжать в Ригу, поработать, вернуться обратно в то же Адаже, и чтобы машину было где оставить, и чтобы действительно было взаимодействие во всех сферах с Ригой как мегаполисом? Ну, чудеса не бывает. Да. Что... За полгода, за год это вряд ли, ну, да, возможно? В принципе, ну, если, ну, как мы создаем дом с фундамента, да, то фундамент всего – это планировка, планирование. И мы должны, вот, первое, сидеть за одним столом Рига, пригород Риги и вот эти министерства. Сообщения в том числе, да. Да. Или если это вот эта зеленая зона, это другие министерства, там еще это Дабсайсердзи. Да. Ну, там по секторам, да, но мы должны все стороны сидеть у одного стола. И планировать все это. И планировать.
если создали планы, платформу, тогда уже мы вырабатываем технический проект. Каждый проект это тоже год-два. Когда создали эти проекты, тогда их можно, ну, покупать от рынка, и кто-то будет строить. Да? Так что я думаю, это планировка хорошая, чтобы все уладить, это минимум 2 до 5 лет, чтобы создавать качественные планы. И только после этого мы можем создавать хорошие проекты и их внедрять. То, что я теперь говорил про эти вот COVID-деньги, это ну, да. все наоборот. Быстрые деньги, есть проект, есть финансы, нет проекта, нет финансов. То есть без проекта ничего не будет, мы эти деньги можем и не получить. С другого конца теперь начинаем, но можно и так, если это помогает ну, перестраиваться, да. Но это, конечно, такое, ну, как мы говорим, Латвия шака, утулас и шенкажуока, ну, быстро, да. как, быстро, но мы можем как экспериментально создать какие-то первые проекты, как учебку, да, но да. чтобы создали кросс-секторальный вот такой платформу сотрудничества, я думаю, это 2 до 5 лет, чтобы мы уже вышли на качественный, ну, такой модель сотрудничества. И важно, чтобы вот эта платформа была, жила дольше, чем политики имеют свой этот пост. Да? Потому что мэр меняется. Даже иногда и 4 года не дорабатывают. Да, да и коалиция меняется, и все меняется. Да? И правительство такая и сякая, и Рига тоже меняется. Да? Но если мы имеем эту платформу, несмотря кто там в какой-то момент... Да, поменялся. Да, мы все равно работаем, и эти планы, они живут дольше. И вот я думаю, это самое ценное – создать платформу на веки веков. Потому что мы там, где находимся, и там и будем находиться, невзирая, кто там будет у власти. И мы должны создать структуры, которые решают проблемы. Марис Пинжукс у нас был в студии, мэр Адаже. Большое спасибо. Спасибо.